Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и сегодня у меня обзор на игру Zov Mini, ребят. Если кто не в курсе, то есть множество серий игр по данной игре. Zov Mini Zombie, Zov Mini Zombie 2, Zov Mini Sniper, Zov Mini Dino Hunter, Zov Mini Brawler. Короче, ребят, серий игр просто уйма. Но это, ребят, самое новое, которое вышло 10 января этого года. Если кто не в курсе и вообще хочет сравнить данные игры, то, ребят, вы можете в моих плейлистах найти предыдущие игры, на них снимал обзор. И сегодня, ребят, мы поиграем в эту игру. Если честно, друзья, я уже немножко поиграл. Мне надо было посмотреть на игру. И хочу вам сказать, у меня очень смешанные чувства. Так как там мы играли от третьего, от первого лица. Здесь, ребят, мы играем с виду сверху. И мы регулируем не одним персонажем управляем. Мы управляем несколькими, короче, ребят, персонажами. И это довольно-таки как интересно, так и странно. И да, ребят, игра онлайн. Итак, друзья, значит, зайдем сейчас на нашу базу и увидим наших всех персонажей, которыми мы будем управлять. Все довольно-таки интересно, в принципе, сделано. Вот, ребят, обычный такой вот бейсболкой наш дробаш. Есть полисмен, есть ковбой, есть какой-то еще один чувак. Короче, ребят, как видим, их есть очень и очень много, которые мы можем со временем открывать, и у каждого есть свое какое-то некое топ-умение. Даже ниндзя различные есть. Но пока, ребят, я, походу, могу управлять только двумя или нет? А ну-ка, давайте попробуем. Могу? Нет? А, нет, это типа я его хотел купить, но у меня это не получилось сделать. Я понял, сори, чувак. Ладно, тогда не будем томить и отправимся, ребят, в бой. Значит, игра здесь довольно-таки на самом деле просто. Нажимаем на наш город, и мы должны проходить уровни якобы до босса. Но есть один минус. Здесь какие-то очень длинные и странные уровни. И надо сперва понимать, что нужно делать, потому что изначально я вообще застрял и ни хрена не понял, что происходит. И я не мог выбраться, пришлось перезаходить. Просто, ребят, нажимаем на наш уровень, нажимаем Battle. И самое главное теперь двигаться от точки в точку. То есть, короче, там будет у нас сверху красные точки такие показываться. Нам надо обязательно идти до них для того, чтобы активировалось, получается, короче, чтобы появлялись зомби. Новая волна зомби. Хотим пройти уровень, значит, надо пройти до этого красного кружочка для того, чтобы появилась новая волна зомби. Здесь, ребят, нам показывают нажать для того, чтобы мы поменяли персонажа. Ну, в случае, если мы хотим это сделать, вот, мы можем управлять полисмена. У каждого персонажа есть свой скилл. Да я уже нажал. Ладно, нажмем теперь на этого. Управлять довольно-таки просто ихней стрельбой. Здесь мы просто бегаем, а здесь, ребят, мы управляем исключительно направлением стрельбы. Так, какой-то клон. Давайте его сейчас тоже убьем. Полисмен у меня, ребят, с М16 бегает, а получается этот бейсболист, он бегает исключительно с дробашом, и у него есть бейсбольная бита, благодаря которой он, короче, оглушает зомби. Оглушили, и теперь спокойно берем их и добиваем. Но они все, короче, видите, второй хаотично стреляет, то есть я управляю в основном только одним персонажем, но остальные персонажи бегают за мной. Как-то странно сделано, если честно. То есть мы управляем не одним персонажем, а несколькими. И вот этот вид сверху, он немножко, ну, странный лично для меня. Он как-то поначалу мне вообще было дико, если честно. Так, немножко отбили. Потому что, когда мы играли в первые зомби, там мы бегаем, ищем аптечки. Мы ищем патроны, мы множество всего ищем. И это как-то, ну, куражило реально игру. А здесь как-то все, ну, вот я не знаю. Вот пока у меня смешанные, ребят, чувства. Напишите мне в комментарии, те, которые играли в Zov Mini когда-то. Или вообще захотят поиграть, чтобы сверить. Сравнить, точнее. Потому что там, ну, более эпично было. Здесь как-то, ну, эпичности маловато. Понятное дело, что игра вышла только недавно. Возможно, что-то сделают, переработают на другие какие-то там будут, возможно, ивенты. Я еще не бывал в других городах. Может быть, там будет как-то все по-другому. Но здесь, пока мы вот в таком вот режиме, мне кажется, для такого режима у них слишком длинные уровни. Слишком длинные. Если бы оно было от первого лица, то уровни были бы довольно-таки эпичные, и хорошо, что они немножко долговатые, да, длинные, когда они не короткие. Но в данном случае, мне кажется, их немножко как-то, ну, сильно уж расширили. Особенно, когда идешь с боссом драться, тебе сперва тоже надо пройти до хрена всяких вот этих чувачков, а потом уже сам босс появляется, и это немножко тоже дико. Так, ну мы этот уровень почти прошли.
Можем, ребят, кстати, тоже делать апгрейд, улучшать наших персонажей. Там множество всего, что мы можем улучшать. То есть можем им как ХП поднимать, дробаш прокачивать, короче, ихнюю одежду, очки даже можно. Короче, все, ребят, абсолютно полный апгрейд делаем. Так, давайте, наверное, переключусь. Так, стоять, давайте на этого и за него поиграем. Опаньки. Так, я хочу сейчас еще раз их снести. Опаньки, по красоте. Но у него умение покруче. Но дробаш здесь, мне кажется, поэффективнее все-таки выглядит, нежели пока мисс его М16. Но помимо того, что он дальник. Оглушай, я же нажал, чтобы ты оглушил. Очень странно. Их много, они еще кучкуются, вы поняли? Так, сбили. Так, давайте, наверное, переключусь обратно на этого чувака, как-то с ним поинтересней. С дробаша как-то, ну, быстрее просто все убиваются. Не знаю, ребят, вот я играю, у меня очень смешанные чувства. Вроде как этот зов мини хороший, да, прикольный. Но, блин, та эпичность, она утеряна, которая была до этого. Так, что-то я могу сделать на базе. Мне только что написало, что я могу пойти на базу. Наверное, может, кого-то улучшить могу. Но улучшить, не, подожди, учить, ого, сколько у меня денег. А может, я кого-то могу купить? Нет, пока я не могу, 10-й левел надо для того, чтобы их открыть. А какой у меня левел? Я пока... А, или может не... Нет, ладно. Я не понимаю пока месть. Ладно, давайте здесь, наверное, апгрейдим. А, вот, может я базу могу типа как-то... А, нет. Короче, будем делать полный апгрейд. Только как-то оно долго, мы ждем почему-то. Так, отлично, давайте теперь сюда делаем тоже апгрейд. Как видите, ребят, очень много всего, что мы можем делать. А здесь что? А, это мы, короче, можем, типа, потом заполучать, покупать всякие, типа, скины и тому подобное, да? Так, все, здесь уже у нас все до конца. Мы сейчас можем по максимуму всех вкачать для того, чтобы сильнее раскидывать и быстрее, может быть, будет идти раунды. Возможно, я очень слабо бью, из-за этого мне кажется, что как-то все очень долго. Ну, чего мы ждем? Так, с этим вроде все нормально, да? Все сделано? Так, на него вроде бы больше ничего нету, но мне показывают, что вроде что-то есть, я не понимаю. Давайте за этого. Так, что у нас здесь? Вот дрова, давайте дробаш улучшим. Его дубинку тоже обязательно надо улучшать. Тоже прикольная штука. Получается, мы просто берем, нокаутируем наших зомбаков, а потом просто их добиваем. Только как-то долго оно прогружается, когда мы их берем и делаем им апгрейд. Это странно. Так, отлично. Теперь, а как мне понять, на каком я левеле? Вот я не понимаю, например. Вот мне написано здесь, что с 10 левела я смогу им воспользоваться. Но я не понимаю, какой у меня сейчас левел. А, видите, есть вот еще уровень, но я не могу здесь пока месть быть. Потому что у меня пока месть недостаточно персонажей. Видите, есть нормал, какой-то найтмер. Видите, пока мисс никуда я не могу еще зайти. Ладно, давайте продолжаем тогда сражаться. Как раз дойдем до босса, убьем босса. Боссы здесь, персонажи, в принципе, все похожие на предыдущих игр. Но все-таки есть новинки, ребят, есть. Так, все, ищем красную точку. И теперь давайте на максималках будем их просто тащить. Опа! Не на тех, ребят, не на тех вы нарвались. Мы прошлые зоумини проходили, уничтожали всех к чертям. Ребят, еще раз повторюсь, если кому будет интересно, то вы можете сами посмотреть. Если кто не в курсе за зоумини, у меня есть в плейлистах. Играл я в некоторые версии, Dino Hunter играл и в другие зоумини, как первую, так и вторую часть. Довольно-таки интересные игрушки. Я думаю, они вам понравились бы. Ух ты, а он появился. Давайте, наверное, ее изничтожим.
Так, ну давай, добивай эту, как ее там. Она, кстати, ядом, по-моему, плюхает, да? Все, убили. Слушайте, ну хорошо, что я апгрейд полный сделал. Так, монеты подбираются, да, все, подобрал. Блин, мне не нравится из-за того, что вот утеряно. Вот я привык к тому Залумини. Я думаю, со мной многие согласятся, что на тех Залумини там и события различные были. Но здесь, скорее всего, тоже они будут. Но там все как-то так круто, эпично. Мы так командой там рубились именно. Когда там от третьего лица или от первого, по-моему, даже было, я не помню. Давно я уже не играл вот в похожего рода игр, да, именно Залумини. Помню, мне тогда еще подписчики просили снять по этой игре и вообще посмотреть все ее варианты, и я искал тогда и снимал. И мне, кстати, понравилось. Так, есть контакт. Оглушили. Достаточно странно. О, подобрали. ХП подняли. Нам дали ХП. Давайте, оглушаю со старта. Все, теперь можно и добивать. Так, она, короче, хавает, да, типа? Блин, плюются, плюются, видите? Лучше по кругу их обходить и вот так убивать. Долгие раунды. Вот мне не нравится потому, из-за того, что здесь долгие раунды. Они из-за того, что слишком долгие, как-то скучно становятся. Мне кажется, здесь разработчикам надо еще, ну, поработать над этим. Попал? Попал. Яном плюхается, задрало. Так, а где кто? Надо сразу ее, наверное, убить, для того, чтобы она нас не снесла. Нихера себе. Оно еще и стреляло по нас. Так, убили, отлично. Все, все завалили? Да, всех, прошли. Теперь нам осталось пройти босса. За 3 минуты. Все, ребят, босс. Биг босс. Но боссы здесь тоже какие-то посредственные. Вроде как это те же самые боссы, которые были раньше. Но, опять же таки, когда ты играл от третьего и от первого лица, они поэффективнее, ну, как-то выглядели. Мощные, прям опасные. Прям от них веяло вот этой опасностью. А здесь, ну, как-то все так простенько. Вокруг них бегаешь, вроде умения они делают те же самые, но ты их не боишься вообще ни разу. Ладно, посмотрим, какой здесь будет босс. Там был типа повар, все мы прекрасно его помним из предыдущих зова. Опаньки. Тут уже ребята посерьезней пошли. Но их очень много, толпище прям. Так, все, добили. Here we go. Все, можно просто стоять в одной точке, они сами будут сюда идти. И просто брать их добивать. А вот эти полисмены, они стреляют. Кстати, предыдущий только что был здоровый такой появился, который тоже нас стрелял. Так, золотишко, давай, подбирай. Есть. Вот эти вот розовые, они немного сложнее убиваются, получается. Рано. Рано воспользовался я умением. Мне кажется, если бы здесь мы играли от первого лица,
И если бы это все мы могли проходить именно, знаете, вот было бы прикольно, если бы все-таки прохождение именно было какая-то с какой-то историей, знаете, по раундовой. Типа серьезного Сэма, было бы очень круто. Так, здесь мы больше ничего вроде не получим. Нокаутировали, осталось теперь только добить. Ого! Их много, много. Вот эти милиция, которые появляются, да, которые стреляют, я думаю, они потом будут вообще опасные прям. Дальники, которые стреляют, тут ядом плевались, сложно было. Сразу разнесли их, отлично. Сноси. Оглушаем и добиваем. Так, все. Если честно, то даже я не знаю, что комментировать. То есть, все очень как-то однообразно идет и очень долго. Долго, не надо. Разработчики, сделайте покороче раунды. От этого просто здесь особо ничего такого сейчас не меняется. Может, потом как-то, ну, со сложностью будет как-то и поэпичнее, интереснее смотреться. Но пока мисс это немного как-то скучновато. Так, вот этих надо выносить. Все, теперь босс. Так, по идее, босс же должен быть сейчас. Опаньки. Кого мы здесь видим, а? Появился, да, все, появился босс. А вот и он, красавец наш. А это, я не знаю, я не помню такого, кстати. А что он делает? В смысле? Меня одного убили. Что это было? Какая-то черная дыра. Ага, то есть вот это мы можем убивать, да? Я просто даже не знал, что мы так можем делать. Эй, где я потерялся? Блин, я погиб. Что теперь? Долго все это сейчас происходит. Если честно, сперва даже не понял, что произошло. Меня как-то быстро убили. Ладно, ребят, короче, все всем уже понятно. Вот такая вот, ребят, игра немножко на скучновато. Я ожидал немножко большего. Но здесь, наверное, больше на любителя. В принципе, серия Zoomini, я думаю, ребята будут довольны. Ну, ребят, были на канале Xperovid. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.